Бармен, мне, пожалуйста, ваш фирменный коктейль. С удовольствием. 50 рублей. Деньги вперед. Деньги? Не проблема. Я сегодня гуляю. Прекрасно. Ваш чинзана, мадам. Угощаю. Елена Геннадьевна, у нас проблема. Опять? Вечно у тебя какие-то проблемы. На этот раз не у меня, а у вашей любимой Мадлен. Мадлен? Моя девочка. Что с ней? По-моему, она досрочно перевыполнила свою норму. Опять? Я же просила Марио больше ей не наливать. Развели тут, понимаешь, бардак. А ты где была? Да я и оглянуться не успела. Смотрю, она уж готовенькая. Ох, беда-то какая. Что ж нам делать-то теперь? В самом деле, генерал-то уж сождался, небось. Злой как черт. Да уж. Значит так, Аниточка, пойдешь сейчас к нему в люкс и все объяснишь. Мол, недоразумение вышло. Заболела Мадлен неожиданно и все такое. Хорошо, Елена Геннадьевна. А может, мне ему помочь им? Или развеселить? И не вздумай. Никакой самодеятельности, поняла? Поняла. Ну тогда иди с Богом. Это дверь в тренажерный зал. Наши девушки в обязательном порядке поддерживают себя в должной форме. О, за этой дверью творятся такие вещи, о существовании которых почтенные домохозяйки даже не подозревают. И творятся эти вещи не с кем-нибудь, а с их собственными муженьками. Здесь находится кабинет нашего доктора. Это комната люкс для обслуживания особо важных клиентов. Здесь работает самая талантливая девушка нашего заведения – Мадлен. Тут ничего интересного, просто кладовка. В этой комнате живет сама Елена Геннадьевна. Наша хозяйка. Это мужской туалет. Это наш дворецкий Степан. Он же уборщик, он же повар, он же мавр, то есть негр. Вот такая у него нелегкая жизнь. Какая широкая ванна! Надо бы ее наполнить. Мальчик как мальчик. Вы не знаете Зигмунда? Так это же непризнанный классик марксизма-ленинизма. Даже лицом чем-то на революционера похож. В общем, наш человек. Кровать тут действительно обалденная. Зачем кидать это в ванну? Не надо запихивать это в душ.
Привет. Добрый день. Что ты здесь делаешь? Я, дикать, порядок навожу. А где же генерал? Генерал, он уже ушел. Не дождался Мадлен и ушел. Кстати, а ты случайно ее не видала? Видела, она плохо себя чувствует. Поэтому Елена Геннадьевна попросила меня ее заменить. Понятно. Ну, в таком случае тебе придется спуститься в подвал. Отлично. Генерал Николаев оставил мне эти ключи. Но... Никаких «но». Давай их сюда. Ладно. Слава богу, пока мне не приходилось прибегать к услугам нашего доктора. Надеюсь, что и не придется. Тьфу-тьфу-тьфу. Кладовка всегда заперта. Сейчас не до тренировок. Есть дела и поважнее. Добрый день, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна-сан, меня зовут Войдуй. Как вы извините, Войдуй? Елена Геннадьевна поручила мне найти генерала Николаева. Он здесь? Да, но моя не пускать, пропуск хотеть. Какой такой пропуск? Нет у меня никакого пропуска. Без пропуска моя не пускать. Ну-ка, марш отсюда. Скажите, Вой... Дуй. Да, так вот, насчет пропуска. Может быть, мы могли бы договориться? Да-да, договориться. Твоя сеть-сеть. Пропуск давать, я пропускать. Пропуска не давать, я немножко посылать. К чертова матерь. А может, я могла бы предложить что-нибудь вместо пропуска? Спасибо, моя не нуждаться. Моя курить гандубаса сеть-сеть. Торговать соломка сеть-сеть. Кусать гасыса сеть-сеть. А как насчет... Героина. А у тебя есть героина? Может быть. Героина моя любить, героина моя хотеть, сють-сють. Бабушка, дедушка, тетя, дядя, дома все героина любить. А моя сюда уезжать, поэтому никогда героина не пробовать. Они мне как раз посылка с героиной присылать. Если Анна-сан на почте ходить, посылка получать, моя сразу пропускать. Но если Анна-сан даже сють-сють обмануть, моя сразу Анна-сан сють-сють убивать. Хорошо, я поняла. Проблем не будет. Все доставим по высшему разряду. Анна-сан, квитанции брать. Быстро-быстро приходить. Добрый вечер. А, это опять вы? С чем пожаловали, мадам? Мне нужно получить бандероль. А документики на нее у вас есть? Конечно. Так-так, посмотрим, посмотрим. Ага, вот то, что вам нужно. Спасибо. Не за что. Наверное, там внутри что-то очень-очень хрупкое было. Какая необычная бандероль с приветом. У кого-то мрачное чувство юмора. У вас проблемы? Корпорация ТНТ предлагает бескомпромиссное решение. Тринитротолуол. Если вы закажете прямо сейчас, доставка бесплатна. Содержимое этой посылки на вес золота. Представляете, сколько можно наделать варенья? Ай-яй-яй-яй, какое горе. Говорите, в дороге побился. Ну, естественно. Понятное дело, случайно. Смотрите, и пломба вроде на месте, а внутри уже кто-то похозяйничал. Как это типично.
Удобный, но ненадежный шкаф. В нем хранятся документы. Этим аппаратом как-то отправляют телеграммы. Работал тут раньше один молодой человек. Как же он умел управляться со своим аппаратом? Жаль, что его уволили. Человек, который работает целыми днями на почте, должен быть жуткой занудой. Но, с другой стороны, кого это волнует? Добрый вечер. Здравствуйте. Можно ли от вас бандероль послать? Лучше и не попробовать. Сейчас стало очень трудно работать. В лесах красные, на дорогах зеленые. А в городах белые. Да-да-да, белые. То есть, подождите, в каком смысле белые? Да в прямом. А, ну да, конечно. Через вас красное знамя бандеролью не посылали? Знамя? Это такое большое, красное, с золотым серпом и молотом. Точно! К сожалению, пока нет. Не случайно никто ничего не передавал? В нашей работе случайностей не бывает. Только закономерности. Пока для вас ничего не приходило, попробуйте зайти попозже. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно ли от вас бандероль послать? На дорогах зеленый. А в город... Подождите, в... Да в... А, Извините, что помешало. Ну что, принесла героина? Я думаю, да. А где же героина? Анна Сан обмануть твой дуй? Нет. Анна Сан воровать героина? Но я ж ничего не брала. Анна Сан думать вой дуй глюпый сючуть? Нет, я ничего такого. Вой дуй говорить, Анна Сан молчать, слушать. Если Анна Сан героина сейчас обратно не приносить, вой дуй не только убивать. Моя приносить. Моя знать. Но только теперь, Анна-сан, еще и денежка приносить. Чуть-чуть. Сколько? 3 миллиона. Наличная. Но у меня же нет таких денег. Зачем Анна-сан опять обманывать? Такой девушка, денежка легко-легко зарабатывать. Но я же не такая. Моя не знать, такой не такой. Моя героина сдать и денежка сдать. Немножко сдать. А если Анна-сан опять обманывать? Или денежка не нести? Ой, дуй, убивать. Совсем убивать. Вот так влипла. Вот, принесла. Героина? Героина. Моя опробовать. Но если Анна-сан опять вытворять? Да нет, все честно. Героина? Вот я и говорю. Достаточно и половины дозы. Господин Войдуй, хозяин подпольной курильни опиума. Кроме того, он решает вопросы, связанные с охраной нашего заведения. В этой комнате можно заказать себе шикарный тайский массаж. И не только. Настоящие китайские светильники. Красиво. Это комната отдыха. Здесь можно расслабиться, покурить что-нибудь легенькое в ожидании особо изысканных удовольствий. Клиент готов. Можно выносить. Ему просто хорошо. Очень, очень хорошо.
Вот дают эти китайцы. Понаделали таких монументов, что и взглянуть страшно. Эта штука называется кальян. Реклама здорового образа жизни должна ненавязчиво напоминать клиенту, зачем он, собственно, сюда пришел. Картина называется «Цветущий источник». Традиционная восточная живопись с традиционно мудренным названием. А вот и господин генерал. Я не удивлюсь, если в таком состоянии он не заметит, что к нему пришла совсем не Мадлен. Эта циновка очень прожженная. Она повидала в своей жизни много такого, что и не снилось большинству нормальных людей. Зато часто снилось сидящим на ней наркоманам. Добрый вечер, ваше превосходительство. Здравствуй, блин, красавица. Вам не нужна компания, милой девушки? Как же не нужна? Очень, блин, нужна. А когда она придет? Вы что, импотент? Нет, я мыслитель, так сказать. Великий стратег, блин. Так я уже здесь. Ты, блин, а где же моя Мадлен? Сегодня я вместо нее. Да, а как тебя звать-то, блин? Анна. Ну что ж, Анна, тогда присоединяйся. Вместе помечтаем о победе царя батюшки. Да я бы помечтала, но вот у меня к вам вопрос. Какой еще вопрос? Что вы тут делаете? Отдыхаю, блин. Вам не нужна. Как же не нужна? Вы что? Нет, так сказать. Так я уже здесь. Ты всего. Да. Ну что? Да я бы. Какой? Есть ли жизнь на Луне? Нет. А почему вы так в этом уверены? Да разве это, блин, жизнь? Господин генерал, а вы правда все знаете в этом городе? Если бы я, блин, знал все, я бы давно уже вытурил бы красных из их деревни, пошел бы на Петроград, освободил бы батюшку царя из лап большевиков. И восстановил бы на Руси абсолютную монархию. Я этого Ленина, блин, и всех его приспешников повесил бы, блин, на фонарных столбах. А Чапаева я бы привязал, блин, за ноги и за руки к четырем лошадям, блин, и пустил бы их галопом. Вам не нужно. Вы... Да. Так я уже. Ты... Всего. Да. Он. Ну, да я бы. Как? Который сейчас час? Час, милочка. Какие глупости, блин. Счастливые часов не наблюдают. Я так и думаю. Вам не. Как? Вы... Да. Так... Ты, блин. А где же моя? Всего. Да. Он. Да я бы помечтала. Какой еще вопрос? Вы не знаете, где красное знамя находится? Красное знамя, блин, если его наконец-то захватили, оно вполне может находиться в штабе. В штабе? А штаб где? Ну, знаешь, блин, это уже слишком. Чтобы сказать тебе, где штаб, я должен быть уверен, что ты настоящая монархистка, преданная царю-батюшке и отечеству. А я кто, по-вашему? Почем я знаю? Может, ты, блин, красная разведчица, самим Лениным к нам подосланная? Ну, этого уж слишком хватили, господин генерал. За такое пощечин схлопотать недолго. Пощечины мне не надо. Я слишком стар для этих женских шуточек. Чем ты можешь доказать, что ты настоящий борец за Николая? Да чем угодно. В каком, блин, смысле? В таком. Я, как говорится, на все согласная. Ну, если бы это доказывало преданность Николаю, у нас бы, блин, уже полгорода в монархистках ходило. Да, монархистка я, клык даю. Век свободы не видать. В натуре, блин. Блин, да ты скорее на люмпина катишь, чем на монархистку, блин. Негоже мне
Анке-пулеметчице тут перед всякой белогвардейской заразой унижаться. Значит, не получится у нас с тобой, блин, разговор. Вам не... Вы... не так. Так я... Ты... Сегодня я вместо не... Да. Он. Ну что? Да я бы помечтал. Какой еще вопрос? Вы не знаете, где красное знамя находится? Красное знамя, блин, есть... Что? Ну что? А я кто, по-вашему? Почем я знаю? Ну, этого уж слишком хватили, господин генерал. За такое пощечин схлопотать недолго. Пощечины мне не надо. Я слишком стар для... Чем... А какое вам нужно доказательство? Вот ежели б ты прямо сейчас показала мне, что у тебя с собой есть фотография царя нашего батюшки,